Рейнольдс пытается один на один Хантера обыграть и бьет. Непростой мяч забивает Рейнольдс. Красиво. С той же точки Рейнольдс забивает два очка. Арман. И вот хороший наброс на Рейнольдса, наигранная связка. Просто на заглядение. Вот ЦСКА замена. Зенит первый раз выходит вперед. И вообще и по КПД своему накрывают Семена Антонова. Тут странное действительно решение. Пробежку. Кто это, Валиев? Да. Валиев не совсем логично пошел туда под кольцо, но все кончилось хорошо для Зенита. Рейнольдс хорош. Хорошо в защите Воронцевич, но повезло. Однако, через игрока Рейнольдс, конечно, хорош. В очередной раз. Я сейчас... И опять Рейнольдс, который вообще очень здорово играет, кроме пяти подборов, которые у него в первых... Краб хорошо разобрался в ситуации, стянул на себя двоих, и Баламбой там был, все, Рейнольдс остался один. Арманда, Рейнольдс не держит, не заморозит игру и бросает, уверенно забивает. Я думаю, что это